Здешние монахи – люди очень современные. Они ведут аккаунты в социальных сетях и транслируют изображения с веб-камер, производят антисанкционные сыры и мучаются над вопросом, как справиться с потоком туристов. Количество последних в летние месяцы здесь достигает 100 тысяч. Все хотят прикоснуться к такому древнему и такому современному, реальному и загадочному святому Валааму. Название Валаам переводят с финского как «высокая земля». Не исключенный вариант того, что название происходит от имени языческого бога Ваала или библейского прорицателя Валаама. В древние времена, когда жившие в Приладожье финно-угры и славяне только готовились принять христианскую веру, острова были гигантским языческим жертвенником. Апостол Андрей Первозванный из Новгорода отправился на Валаам и воздвиг там каменный крест. Острову он предсказал великое будущее. Будущее Валаама действительно стало великим, великим и трагичным. За свою историю монастырь пережил многочисленные набеги шведов. Оставаясь на одном месте, оказывался в разных государствах и едва не был утрачен в эпоху атеизма. Но декабрьской ночью 1989 года на землю главного из 50 островов архипелага ступили 6 монахов. Началась новая история Валаама. Восстановление, а точнее перерождение Валаама длилось 25 лет. Сегодня, глядя на великолепие острова, трудно представить, что когда-то монастырские здания служили загонами для коров, настенные росписи храмов были закрашены, а на вершинах обесцвеченных луковиц церквей сияли красные звезды.
Путешествие по Валааму начинается с посещения Спасо-Преображенского собора. Он возведен на самой высокой точке острова. Здесь покоятся мощи основателей монастыря, святых преподобных отцов Сергия и Германа Валаамских. Среди икон одной из самых почитаемых является чудотворная икона Божией Матери, написанная иноком Алипием в 1878 году. В древних времен Валаамский монастырь называли Мужицким за его крепкое хозяйство. Кожевенные, кирпичные, гончарные заводы. Великолепные сады, которые монахам удалось разбить буквально на скалах. Пекарни и даже своя фотомастерская. Сегодня завидное монастырское хозяйство идет в ногу со временем. Так, в ответ на санкции, монахи готовы предложить альтернативу норвежской семге – валаамская форель. Любимый деликатес жителей и гостей острова. Годовые объемы ее добычи – более 70 тонн. Однако при хорошем спросе на рыбу монахи готовы увеличить этот показатель до 200 тонн. Еще одна гордость Валаама – молочное производство. Здесь научились изготавливать моцареллу, кочетту, рикотту. За секретами приготовления специально ездили на родину этих сыров – в Италию. По вкусу валаамские сыры ничуть не уступают заморским, в чем убеждаются туристы, регулярно посещающие остров. Гостиниц на Валааме немного, поэтому один из самых оптимальных вариантов – однодневные поездки. Заросший лесом, изобилующий многочисленными бухтами, проливами и внутренними озерами, Валаам можно увидеть и не посещая остров. На сайте монастыря появился новый функционал – онлайн-трансляция с веб-камер, установленных на колокольне Спасо-Преображенского собора. Это позволяет не только любоваться картинами валаамского мира, но и виртуально побывать на фестивале православного пения, который проходит здесь каждое лето.